ВВС Индии нанесли удар по тренировочным лагерям боевиков на спорной территории штата Джамму и Кашмир в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунва. В результате атаки были уничтожены 300 террористов. Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на военные источники. Отмечу, что Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке запрещенной террористической группировки Джаиш-и-Мухаммад, которая базируется на спорной территории штата. В свою очередь, Исламабад заявляет, что ВВС Индии нарушили воздушное пространство Пакистана и при этом не нанесли ущерба и не привели к гибели мирных жителей и военных. Я напомню, боевики Джаиш и Мухаммад взяли на себя ответственность за теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Та атака унесла жизни 45 человек.